Добрый день. Ну, президент, конечно, я понимаю, должен сказать что-то хорошее. Как раз меня спрашивают, а что есть хорошее? Вот есть хорошее. Мы будем сотрудничать с Латвией. Ура! Ну, конечно, смешно. Объясняю почему. Значит, смотрите, экспорт Украины в Латвию за 8 месяцев 101 миллион долларов. Это не просто мало, это ничтожно мало. Просто ничтожно. Чтобы правильно немножко поняли, в хорошие времена экспорт из Украины, имеется в виду до 2013 года, 67 миллиардов было. 67 миллиардов. По этой причине у нас вообще экспорт в Латвию упал, ну, имеется в виду в 2015, по сравнению с 2014, на 37%. Импорт вообще 48 миллионов. Что же мы экспортируем в Латвию? Я думаю, президент, конечно, не догадывается. Отходы меди, ну, больше всего в доле. Древесину, немного-немножко. Одежду. Ну, чтобы вы поняли, это давальческие схемы. То есть мы типа шьем. И немножко оборудования. Ну, за счет того, что мы все-таки продукция машиностроения наша подходит, то мы действительно небольшую часть машиностроения поставляем в Латвию. Но объем очень маленький. Бог свидетель. Латвия хорошая страна. Когда она была офшорная, она была очень чертовски хорошая. А сейчас она сама не знает, что делать. То есть она довольно-таки в тяжелом состоянии сейчас. Ее нет будущего. Без офшор нет будущего. Нету бизнеса. Сотрудничать можно. Но о чем? С чем? Для чего?